Актуальный микрофон. Аналітична програма. Беларускія універсітэты прымаюць дакументы ад абітурыентаў. Што трэба прадаставіць у прыёмную камісію? Хто мае льготы пры паступленні? Ці ёсць шанс у тых, хто паступіць на платную форму навучання, у далейшым зменшыць суму аплаты? Мы гутарам сёння з кансультантам управлення вышэйшай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэмы Ярлоўскай. Давайте напомним, уже закончилось тестирование, на руках результаты тестов. Мы знаем, что некоторые набрали очень высокие баллы. У кого-то шансы поступить в этом году будут небольшие, но уже начался такой самый ответственный момент, когда необходимо подавать документы. В какие сроки идет прием документов в вузах? Давайте сначала поговорим о централизованном тестировании. Оно действительно, резервный этап завершился 14, 16, 18. 3 дня было выделено на это. И с 23 июля уже можно будет получать сертификаты за прохождение ЦТ в резервный этап. Поэтому еще процесс идет. Но уже мы подвели статистику, и если говорить о 100-бальных результатах, то в этом году участники, более 370 участников централизованного тестирования, набрали 100 баллов. Для сравнения, в прошлом году их было более 320, и более 24 набрали 100 баллов по двум учебным предметам. В прошлом году их было 15, поэтому результаты достаточно обнадеживающие. При регистрации зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов, и приняли участие более 60. Вот это вкратце такие результаты централизованного тестирования. То, что касается второго этапа вступительной кампании, это непосредственно подача документов в учреждение высшего образования. Она стартовала уже вчера, 20 июля. Продлится подача на бюджет и на платную форму, там, где не требуется сдача внутренних вступительных испытаний, 26 июля. И для отдельных специальностей, в частности сельскохозяйственных, по 28 июля, 5 августа планируем уже завершить зачисление на бюджет и, соответственно, 11 августа на платное. Вы нужно... эти сроки уложитесь, извините? Уложитесь в эти сроки? Но мы ежегодно укладываемся в сроки, да. Скажите, обязательно посещать приемную комиссию лично? Какие документы можно предоставить, например, в электронном виде? На сайте каждого учреждения высшего образования есть личный кабинет, цифровой кабинет, электронный кабинет, где абитуриент может внести личные свои данные, в том числе данные сертификатов централизованного тестирования, паспортные данные и так далее, дабы сократить время нахождения в приемной комиссии, соответственно. Но оригиналы документов нужно приносить лично. И чтобы не создавать очередь все-таки в условиях той эпидситуации, в которой мы находимся, вы можете заранее с приемной комиссией оговорить время прихода. Поэтому личная подача документов, она не отменяется, она остается актуальной и на этот год также. Есть так называемая проблема последнего дня подачи документов. Когда самого финального момента ребята все еще выбирают, смотрят. Размышление идет. Да, размышляют, но не просто. Они, конечно, уже определились с выбором профессии, но хотят именно поступить на бесплатную, на бюджетную форму. А баллов может не хватить. И вот выбирают, в какой вуз пойти, там, где на эту специальность, возможно, есть такой шанс. Как вот это все организовано сейчас? Ну, вы знаете, они выбирают уже на стадии регистрации на централизованное тестирование, потому что на каждую специальность есть определенный набор этих предметов. Поэтому более или менее они уже ориентируются. Но да, очень достаточно большое количество абитуриентов, они ждут до последнего дня, проверяют вот это информирование о ходе приема документов, смотрят, куда они с теми баллами, которые набрали, могут пройти. А в этом году у нас изменена и структура подачи этой информации, и время ее подачи. То есть, если в прошлом году разбивка составляла 10 баллов, то есть, условно, с 1 до 10 вы видели себя, что вы в этом диапазоне баллов находитесь, да, то теперь разбивка составляет 5 баллов, соответственно, в более узком диапазоне абитуриент может себя увидеть и понять, какой он в рейтинге на поступление.
И проблема последнего дня, ну, в том числе заключалась, что был такой так называемый слепой период, да, после 3 часов, когда информирование уже прекращалось. В этом году по предложению Государственной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний в учреждениях высшего образования и среднего специального, мы внесли изменения, и информирование в последний день будет осуществляться в 10, в 12, в 15 и в 17 часов, поэтому более информация детально... Информация будет полная для абитуриентов. Да, информация будет полная. Но здесь надо понимать, что в некоторых вузах, и их достаточно много, проводится конкурс не по одной специальности, а по нескольким специальностям. И в заявлении абитуриент указывает несколько специальностей в порядке приоритета. Он хочет в качестве первого, он указывает наиболее желательную, а дальше уже по степени снижения интереса. Поэтому по первой вот специальности указывается информация, будет подаваться. И да. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет вспомнить, как поступал в свое время, и сейчас наблюдает, как молодые люди, родственники поступают. 8017, да. Это код Минска. Телефон нашей студии 317-97-21 и короткий номер для смс-вопросов 1062. Скажите, как в целом обеспечиваются равные права при поступлении? Равные права при поступлении обеспечиваются путем создания абсолютно равных условий для поступления. В частности, мы создаем одинаковые сроки для подачи документов. То есть в этом году единственное, что мы отошли от этого правила, но это связано с приемной сельскохозяйственной специальности, на которой... традиционно несколько снижен интерес абитуриентов, поэтому с целью поддержать вот эту категорию мы продлили им срок приема документов. Проведение вступительных испытаний оформлено абсолютно для любой категории абитуриентов, оно проводится комиссионно и при наличии не менее трех, как правило, не менее трех преподавателей, в том числе не только с этого вуза. Поэтому есть у нас категория льготная, которая поступает, да, при наличии определенных преференций, но в основном все имеют абсолютно одинаковые права, в том числе и путем подачи документов в одно время, проведения вступительных испытаний в одно время. Давайте перечислим, пожалуйста. Кто имеет преимущество при поступлении? Система льгот для поступления в учреждения высшего образования, она очень широка, разнообразна и обширна. Поэтому, если вкратце, то льготы имеют, давайте на три такие категории разделим. Во-первых, лица, которые поступают без вступительных испытаний. В основном это победители олимпиад, международных олимпиад, республиканских олимпиад по учебным предметам. На некоторые, в частности, специальности физической культуры и спорта, спортсмены определенная часть имеют также льготы. Кроме этого, наверное, не следует забывать, это выпускники аграрных классов, педагогических классов при поступлении на соответствующие специальности. И с этого года спортивно-педагогических классов имеют право поступления без вступительных испытаний на определенный перечень специальностей высшего образования. Далее... А вот смотрите, да. Есть иностранцы, которые к нам поступают, учатся, их было немало из разных стран мира. Они, вот те, кто за деньги учится, тоже сдают экзамены или достаточно желания? Ну, у нас есть разные категории иностранцев. У нас есть 4 страны, которые имеют право поступать как граждане Республики Беларусь, а значит, они сдают централизованное тестирование, как правило, если мы говорим про полный срок получения высшего образования. А вот за исключением этих 4 стран, дальние зарубежья, некоторые страны из состава СНГ, они поступают при поступлении на платное, либо после подготовительного факультета, либо без подготовительного факультета, они поступают через собеседование, то есть они экзамены не сдают, поступают через собеседование, ну и оплата за обучение для них, конечно, повышенная. Вообще надо сказать, что... А может ли белорус, у которого достаточно средств, вот через собеседование и готов платить? Знаете, тут вопрос будет не в наличии финансовых возможностей, а в факте проживания на территории Республики Беларусь. Если он менее 2 лет проживает на территории Беларуси, условно обучался в школе, расположенной на территории иностранного государства, приехал к нам, прошло менее 2 лет, да, в этом случае он тоже может сдать собеседование и пройти на таких же условиях оплаты, как иностранный гражданин. Но, повторюсь, это не зависит от финансовых возможностей гражданина в данном случае в части условий поступления. Вот и раньше были... Ну, когда мы поднимали вопрос льгот,
Они были еще более такие широкие льготы предоставлены, например, там для сельских жителей, да, для... Ну, тоже на определенную специальность, да? Для тех, кто так называемый целевой набор, да? Вот целевой, вот, да. Что еще из этого осталось? Целевой остался однозначно. Целевой, конечно, целевой набор остался. Они участвуют, лица, которые участвуют, имеют договор о целевой подготовке специалиста рабочего служащего, участвуют в одном конкурсе. То есть они условно соревнуются друг с другом. Общий конкурс, эти места не идут. У нас установлено уже количество мест на эти места. Но здесь надо понимать, что целевой набор – это набор, которые осуществляют определенные организации, вернее, организации, расположенные в определенных населенных пунктах. То есть населенные пункты численностью менее 20 тысяч населения, расположены в зонах загрязнения ЧАЭС, а также сельские населенные пункты. Поэтому если организация там расположена, она подала заявку в установленном порядке в Министерство образования. И на сайте Министерства образования уже вывешен приказ, абитуриенты могут обращаться на сайт, смотреть, какие заказчики предоставили свои заявки на потребностях или иных специалистов, и заключать целевой договор. Но да, как правило, не на много, но на несколько баллов, проходные баллы по целевому конкурсу ниже. У нас, поэтому, да, это более льготная категория. Уже на протяжении многих лет есть традиция, работает государственная комиссия по контролю за вступительными испытаниями. Что касается этого года, ну, пока что прошел этап централизованного тестирования. Были ли выявлены нарушения, были ли какие-то жалобы, апелляции, обращения в эту комиссию? Ну, на данный момент в Министерстве образования нет никаких замечаний от Государственной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний. И какие-то обращения поступали, но обращения в основном связаны с тем, что ребенок зарегистрировался не на тот предмет. Если это еще в рамках регистрации на ЦТ, то это позволительно. Когда уже закрылась регистрация, то здесь уже, конечно, индивидуально, безусловно, госкомиссия подходила к каждому вопросу. Если были уважительные причины, то даже было разрешено перерегистрироваться. Но основная масса вот обращалась именно поэтому. Порядок апелляции на централизованное тестирование, он, в принципе, не предусмотрен законодательством, потому что проверка бланков тестовых заданий осуществляется в электронном виде, то есть при помощи компьютера. И поэтому, как правило, никаких обращений на эту тему не поступает. Человеческий фактор исключен здесь однозначно. Я читал отчеты госкомиссии в прошлые годы. Я помню, что кроме самого порядка организации вступительной кампании, например, были такого рода замечания, что остались невостребованные какие-то места. То есть, например, на какую-то специальность хотели набрать определенное количество, не добрали. Это уже не в рамках ЦТ, это уже в совершенно верно. Зачисления. Есть еще и мы должны понимать, что не просто так набирают на какую-то специальность именно такое-то количество людей, потому что есть запросы рынка труда, есть запросы нанимателей. Просчитывается наперед, какая будет потребность в специалистах. Конечно, надо понимать, что есть, может быть, не самая престижная специальность, и здесь, действительно трудно привлечь самых-самых, да? У нас в системе, в Республике Беларусь есть такая триада: Министерство образования, Министерство экономики, Министерство труда. Мы взаимодействуем при прогнозе на подготовку кадров. То есть Министерство экономики нам дает демографический прогноз, Министерство труда прогноз на пятилетку по наиболее востребованным специальностям. Исходя из этого, мы уже можем ориентироваться при составлении планов приема. Особенно мы говорим сейчас о бюджете. Например, в этом году мы увеличили бюджет на 160 мест на медицинские специальности. То есть это тоже запрос рынка. Безусловно, на протяжении последних 3 лет мы увеличиваем именно по специальностям профиля здравоохранения прием. 160, точечно, может, это и не так много, учитывая количество вакансий. На все наши вузы медицинские, да? Все 4 вуза. Но здесь надо понимать, что, наверное, это не очень много, но система подготовки составляет 6 лет.
Это, во-первых. Во-вторых, надо учитывать и возможности самого вуза. Медицинское образование – это наиболее такое дорогостоящее с точки зрения оборудования, которое они используют, лабораторное и так далее. Поэтому... А если набрать все желающих, то и не все закончат учебу? Мы тоже понимаем. Возможно, этот вариант, но у нас не осталось в законодательстве норма о том, что ты можешь восстановиться. В случае, если ты был отчислен после первого курса, например, по уважительной и по неуважительной причине, ты хочешь восстановиться, у тебя есть эта возможность. Поэтому эти места, они могут быть заполнены. Позвонили из Глубокого и спросили, вот ваша собеседница назвала целевое направление, вернее, вузы, где берут по целевому направлению. Он просит повторить, и есть ли в этом перечне сельскохозяйственные? Я знаю, что есть, но вот какие? Пример. Практически все сельскохозяйственные вузы, они имеют целевой прием. Ознакомиться с этим целевым приемом можно как на сайте вузов с количеством мест заказчиков, которые просят направить к ним таких специалистов. То есть нужно обращаться непосредственно в вуз на сайте вуза, либо на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, потому что целевые места утверждаются учредителями этих вузов. Посмотреть, по какой специальности есть заказ, и, собственно, заказчика. А дальше уже непосредственно абитуриент работает с заказчиком, заключает договор, и договор приносится в приемную комиссию учреждения высшего образования. Поэтому, да, сельскохозяйственные вузы, там есть практически туда все входит 4. Бату, вот спросили конкретно. По-моему, да, но опять-таки повторюсь, что это нужно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, либо ГАТУ посмотреть. И второй вопрос. Угу. Вот если не прошел на бюджет, можно ли попасть на платное? Если уже цифра так полноценно определена, что на платное придет, допустим, столько-то, столько-то, они уже набраны. И если не прошел на бюджет? Угу. У нас сроки приемной кампании построены таким образом, что если человек не проходит на бюджет, то у него есть еще определенный период времени, когда он может подать на платное. Поэтому в этот же вуз? Можно и в этот же вуз, можно в другой вуз. Угу. Но при этом надо понимать, что определенный перечень вступительных испытаний, будь то ЦТ, будь то сдача внутренних вступительных при поступлении, например, на сокращенный срок получения образования, у него уже будет. То есть это будет родственная специальность даже в другом вузе. Например, до 5 августа у нас должно пройти зачисление на бюджет практически на все специальности. И до 9 августа у нас еще есть возможность, чтобы лица, которые не прошли конкурс, либо вдруг они решили поменять свои установки на другую специальность, подать документы, но на платной основе, чтобы они подали документы. Поэтому время еще будет, и будет возможность это сделать. Будет возможность определиться. Угу, да. Валентина из Бобруйска. Она закончила колледж, техник-программист, и вот сейчас она хотела бы еще получить экономическое образование. И она интересуется, вот после СУЗа, может ли она поступить на заочное бюджетное обучение по другой специальности, то есть не той специальности, которой обучалась она в СУЗе. Как правило, у нас есть правила приема лиц для получения высшего образования первой ступени, и есть такое общее правило: для получения высшего образования в заочной форме за счет средств бюджета могут претендовать только определенные категории граждан. Ну, во-первых, это спортсмены, имеющие достижения определенные, инвалиды первой-второй группы и лица, которые работают по специальности в должности, соответствующей специальности высшего образования, на которое они поступают. В данном случае непонятно, работает человек по специальности, либо нет. То есть, если она устроится экономистом куда-то, да, и она может... Принесет да? подтверждающие документы, то да, она сможет участвовать в конкурсе для получения высшего образования в заочной форме за счет средств бюджета. Но есть еще одна категория лиц, это лица, имеющие среднее специальное образование, родственное той специальности на уровне высшего образования, на которую они хотят поступать. То есть если это техник-программист, то на программное обеспечение, там, например, информационных технологий, ИСИТ, информационной системы и технологии, также есть возможность подать документы. Но это нужно продолжать наличие. Обучение по своей специальности. Да, если совершенно другая специальность, то тогда нужно работать по ней, но либо на платной основе подавать. Скажите, кроме централизованного тестирования, какие еще испытания?
Ну, безусловно, основная форма вступительных испытаний – это централизованное тестирование, но для лиц, которые имеют среднее специальное и хотят поступить на родственную специальность в учреждении высшего образования в сокращенный срок, они сдают внутреннее вступительное непосредственно в ВУЗе. И с 2019 года они у нас унифицированы, то есть при поступлении на одну и ту же специальность в разные вузы одинаковые вступительные сдаются. Для чего это сделано? Для того, чтобы при непоступлении, непрохождении по конкурсу ты смог забрать документы, справку забрать о результатах сдачи, попробовать себя для участия на этой же специальности, но в другом вузе. Есть категория лиц, лица с особенностями психофизического развития, с нарушениями зрения, слуха. Они имеют право не участвовать в централизованном тестировании и при подаче еще определенных документов, в частности, заключения Центра коррекционно-развивающего обучения, они сдают, в принципе, внутренние вступительные в ВУЗе по предметам ЦТ, но в ВУЗе сдается, ну, чтобы абитуриента было удобнее, потому что централизованное тестирование не всегда можно провести, исходя из индивидуальных особенностей того или иного человека, состояние здоровья. А есть специальность физической культуры, на которой требуется сдача, соответственно, нормативов определенных, например, спортивно-педагогическая деятельность, физическая культура непосредственно. Есть специальности журналистские, специальности архитектуры, на которые требуется сдача, ну, кроме творческих специальностей, творчество также. Ну и, наверное, остались филологические специальности, на которые требуется сдача русского языка или белорусского языка и литературы в качестве такого экзамена, также в письменном либо в устном. То есть баллы по централизованному тестированию и плюс еще вот такой экзамен творческого варианта. Да, да, если мы говорим о полном сроке, а не сокращенном, то баллы ЦТ плюс экзамен либо по творчеству, либо по физкультуре, либо вот из... того, что я сказала. А интересно, на журналистику что там предлагают сейчас? Наверное, как и раньше. Наверное, творческий какой-то. А сначала все-таки конкурс, либо... Сначала подача документов завершается условно по большинству специально 26 июля и начиная с 27 июля по 4 августа, но в каждом вузе индивидуально проходит сдача уже внутренних вступительных испытаний. Поэтому заканчивается прием документов, начинается внутренние вступительные испытания. Вот еще вопрос интересный. Аттестат, он какую роль играет? Балл аттестата. Аттестат играет очень большую роль при суммировании общих баллов, полученных по централизованному тестированию. В сертификатах суммируется еще балл аттестата. И если еще надо понимать, что лица, которые имеют аттестат с отличием, золотой-серебряной медалью, да, или диплом, это сколько баллов? Имеют, по-моему, не менее 75, там надо набрать общее количество баллов. Такое 9, не менее 70%, 75%, что было девяток и десяток. Угу. И остальные не ниже 7, мне кажется, так. Это чтобы иметь, ну, как медаль, да? Да, да. Ну, соответственно, да, вот. А потом это... Они имеют, да, они имеют еще определенные льготы, лица, которые имеют аттестат с отличием, имеют определенные льготы при поступлении. Например, на педагогические специальности без вступительных испытаний они могут поступить. На специальности, наиболее востребованные экономикой по перечню, утвержденному Министерством образования совместно с Минэкономики, также могут без вступительных испытаний поступить. Поэтому роль аттестата не нужно занижать, это очень важно. Ну и плюс при равном общем количестве баллов, например, там условно проходной балл будет 300, и несколько человек будут проходить, а при этом количество мест ограничено, можно взять только одного. Тут уже аттестат учитывается, да? То есть здесь учитывается аттестат и плюс еще отметка по первому профильному предмету. Например, если это математика, то по математике смотрится. Поэтому аттестат очень важен, и, конечно, абитуриентам нужно постараться максимально. По идее, студентом ведь может стать человек любого возраста, да? Безусловно, у нас возрастные ограничения не установлены, но есть медицинские ограничения, потому что ежегодно абитуриенты получают в учреждении здравоохранения справки. И если не будет противопоказаний для обучения по специальности, ну и дальнейшей работе по специальности, то, конечно, любой... По идее, получается, что вот те аттестаты, которые были раньше, они более ценные в плане количества баллов. Вот, например, все пятерки, золотая медаль, это уже, если перевести его в современную, да,
в современное, то это, ну, большее количество баллов. Попробуй сейчас на все десятки закончить обучение в школе, да? Вряд ли, наверное. Это нам так кажется, но я не представляю, как можно было на все пятерки раньше закончить, так что... Ну, почему можно было? Ну, может быть, ну, и сейчас есть возможность на все десятки, поэтому я бы сказала, что она всегда свойственна. Скажите, вот что касается доступности высшего образования, у нас все-таки, ну вот если сравнивать, сколько у нас студентов, вот, и в других там странах, в соседних странах, достаточно много. Много, конечно. А сколько в этом ежегодно году, давайте мы цифру. Принимаем да. более 55 тысяч человек, это за исключением лиц, которые вот поступают, потому что они у нас по статистике не проходят, за исключением иностранцев, которые идут через собеседование, и у них сроки подачи документов другие, они могут подавать вплоть до 15 октября, и так ежегодно, с учетом ковида, мы даже продлевали им срок вплоть до 1 января. Поэтому опять же, по поводу платного и бесплатного, да, когда-то было все бесплатное, то есть 100% было бесплатное обучение. Сейчас, ну вот, какой процент? Можно ли определить? Практически 65%, если выделить вот общую долю приема, которую мы планируем, практически 65% это прием за счет средств бюджета, но остальное платное. То есть шансы достаточно, две трети, да? Достаточно высоки эти шансы, но плюс еще надо понимать, что это заказ конкретных организаций и заказчиков. Рынок труда, на рынке труда востребованы те или иные специальности, соответственно, заказ на них поступает. Поэтому здесь не только желание и абитуриентов учитываются, даже не столько. И вот мы задавали вопрос, можно ли каким-то образом уменьшить сумму оплаты за обучение. Я знаю, что вузы такое практикуют. Практикуют это, в принципе, никому не обещают, да, но мотивируют хорошо учиться, если появятся, освободятся какие-то места, то есть, ну, только так, либо как-то у нас в общем есть прописан этот порядок. Есть у нас, да, положение, порядки предоставления скидок на обучение, за оплату за обучение. Как правило, там лица, которые имеют отличные успехи в учебе, достижения в науке определенные, ты участие, в научной, наверное, общественной жизни, в общественной жизни, конечно, да. В этом случае, да, снижается оплата, порядок снижения этой оплаты также прописан в законодательстве, но при этом нужно обращаться в комиссию, которая создается в вузах для снижения платы. Если все вот эти условия есть и отлично успевает, и участвует в общественной жизни, и научные какие-то работы есть, то есть возможность даже при наличии вакантных мест перевестись за счет средств бюджета обучения с платной. Но вот при совокупности всех вышеперечисленных условий. Я знаю, что вот и государственная комиссия по контролю тоже анализирует вот эту тему. Смотрите, в принципе, абсолютно одинаковые программы в разных школах, в разных регионах, но тем не менее получается, что вот с какой-то школы, либо с каких-то классов ребята есть, которые более успешно сдают, а есть, которым сложно справиться с такими заданиями централизованного тестирования. То есть делаются ли какие-то выводы, чтобы, ну, как-то поднимать уровень обучения, если есть какие-то проблемы в конкретной школе? Министерство образования есть, управление общего среднего образования. Как правило, они анализируют эту информацию. Но, понимаете, анализировать информацию о результатах централизованного тестирования нужно с учетом того, что здесь есть очень такой серьезный фактор, который связан с волнением абитуриентов. Все-таки это, как правило, летняя кампания, это жарко. Абитуриенты волнуются, несмотря на то, что предусмотрен ряд возможностей предварительной прохождение репетиционного тестирования, дистанционное тестирование. Ну, поэтому здесь отметки, они весьма могут отличаться. Но хотя, насколько я знаю, по результатам прошлого года существенные разбежки между вот средним баллом, который имеют ребята после получения общего среднего образования, и средним баллом по ЦТ, там очень небольшая разбежка. Я вот пробовал сам ради интереса. В интернете есть такие программы, когда можно пройти тест и получить ответ. Ну вот по одному предмету я был очень доволен. Я думаю, по-другому? Что... Знания Нет, были. Я только один тест такой пробный делал. У вас
может быть, у ваших коллег, я имею в виду вот у тех, кто уже достаточно давно учился в школе, все-таки задача в школе, чтобы, ну, вот эта база, она сохранялась на протяжении жизни, да, чтобы не выучил урок и забыл на завтра. Вот, например, ваши знания теперешние и та база, которая была заложена в школе, позволила бы хорошо сдать успешно тестирование? Ну, я думаю, что на 100 баллов я бы, конечно, не сдала. Но если бы только смогла подучить. Но тут надо понимать, что человек должен сам все время развиваться. Я считаю, что любых знаний, полученные даже там, 15 лет назад или 20 лет назад, они не становятся актуальнее ежегодно. Понимаете, если ты их не используешь, либо если ты не развиваешься, не получаешь дополнительную информацию из источников, то, безусловно, это просто глыбой будут эти знания висеть, и все. Поэтому, ну, я думаю, что если бы я подучила, как любой человек моего возраста, то я бы, конечно, могла успешно сдать централизованное тестирование. Вопрос вот в завершении нашего эфира. Слушатель позвонил и попросил, назовите какие-то новые специальности, вот особенности этой вступительной кампании. В этом году у нас более 20 новых специальностей, новых как для учреждений высшего образования, либо по которым возобновлена подготовка, либо новые абсолютно для нашей страны. Ну, здесь нужно обратить внимание, что у нас в этом году в классификатор внесены 4 новые специальности, они с этого года и реализуются. В БГУ это регионоведение, компьютерная безопасность, экономическая безопасность, это очень интересные специальности с огромным количеством междисциплинарных связей. В Белорусской государственной академии авиации летная подготовка воздушных судов гражданской авиации абсолютно новая для республики специальность, уникальная специальность, огромнейшая подготовка была проведена для реализации этой образовательной программы. Ну и в БНТУ есть также новая специальность, связанная с проектированием транспортных средств. Практически вот БНТУ уже третий год подряд открывает новые специальности, абсолютно новые для нашей страны. Но я думаю, что абитуриентам все-таки следует обратить внимание на те специальности, которые давно и хорошо реализуются в учреждениях высшего образования. И востребованы на рынке. Их, безусловно, потому что все-таки образование – это сама цель, но еще очень важно, абитуриенты это понимают, трудоустройство. И хорошо трудоустроиться на рынке труда современной Беларуси, поэтому на это тоже следует обратить внимание. Спасибо вам. Пожалуйста. Вам у нашей студии была консультант управления высшей эдукации Министерства эдукации Рема Ярловская. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.